Эфіра програма «Навіни регіону». У студії Олена Мілішанкова. Вітаю вас сьогодні у випуску. Процедуру санації притягнули на Биховськім консерво-городіно-сушильному заводі. Останки 46 червоноармійців і 12 медальйонів. Нові знаходки пошуковиків у Чаузькім районі. Підведені виніки централізованого тестування на Могильовщині. Увесь сьогодні урожай зеленого горошку розпродадений. Такую новину нам повідомили на Биховськім консерво-городіно-сушильному заводі. Продукцію відгружають у основному у Росію. Між тим, днями підприємство подовжили ще на 5 років процедуру санації. У заводском филиале «Макранский» сёлета вырастили вельми добрый урожай зеленого горошку. И вытворчасть гэтым часам працавала практично круглые сутки без выходных дзён. Гэта дае свои выники. Контракты у основным с россиянами на поставку популярной продукции подписаны. Атрымана папярэдняя оплата и ідзе отгрузка. Гэты факт сведчання стабильной працы завода, які проходзіць процедуру санации. Паводле рашэння Магілёўскага эканамічнага суда, яна падоўжана на 5 гадоў пасля першага 30-месячного термину. 2015 год прошел тяжко, с падением вытворчасти, але летась ситуация стала выправляться. Теперь завод вышел на прибытковую працу. За 7 месяцев тут вырубили больше за 19 миллионов умовных слоиков и бляшанок при годовой вытворчей могутности у 28 миллионов. Теперь у Быхове приступили до нарыхтовки кабачков и вытворчасти кабачковой икры. Сегодня на консервовом заводе працует 425 человек, и он обеспечивает 4,5% податковых поступлений у бюджет Быховского района и 15% валютной выручки. Продукция Быховского завода отправляется у 20 краин. На жніві у Кричевском районе працівникам села помогают городские предприятия. Задействована техника и працовная сила горожан. У гарячу жнівенскую пару аграрам допомога прийшла у потребный час, переконалася наш корреспондент Татьяна Беловусова. Только что собранный урожай, что выспел на полях сельгаспредприемства «Бель», одразу перевозить на сбожжаток. На отвозце зерней и соломы працуя два великогрузные мазы предприемства «Крычаў цемент на шифер». Вязковцы у тандеме с горожанами различивают справиться с працей больше худко. Работается нам хорошо, коллектив великолепный. Мы здесь находимся сначала уборочной, помогаем предприятию убрать. Кормят великолепно два раза в день. Природа, романтика. Стараемся побыстрее убрать. Работаем с 8 до 8. Допомогу горожан вязковцы только витают. Интерес аграриев собрать сбожжа якостно и своечасово. Зараз гэтаму спрыяе не только надворье, але и реальная допомога города. А ураджай сёлета добры. Механизаторы сельгаспредприемства «Бель» Иван Добровольцев и Анатоль Капралов днями вышли у тысячники. Работает нормально. Хороший урожай вырос. Намолачиваем много. Отношения управления колхоза нормально относятся. Кормят, все хорошо. Командировочные машины помогают нам отвозить. Хорошо работается. Погода способствует уборке? Да, конечно, очень. Погода хорошая. Очень помогает. Слава богу, дождей нету. Кожный день на Крычаўшчыне обмолачивают 6% площадь. У гэтым сельгаспрадприемствам района допомагают не только заводчане. На поле Субель мы находимся, оказывают помощь предприятия «Шифер Цемента Шифер», ну, по отвозке зерна. Две автомашины, два маза большой грузоподъемностью оказывают перевозки зерна на зерноток от комбайна помощь. Также написано председателя распоряжения располкома оказание помощи людскими и также техникой другим предприятиям. Это и дорожно-строительные организации, и филиал Белшины нашей похода, как видите, сопутствует. Поэтому, если все нормально сложится, 20 числу район завершит уборку урожая. Як поведомили у райвыканкаме, средняя уроджайность на Крычаўшчыне 30 центнеров с гектара. Теперь у засеках 24 тысячи тонн збожжа. Это 70% запланованного. До конца тыдня хлеборобы плануют доведаться выниковую личбу, кольки будет важить районный каравай. Новины региона с Крычаўскага района.
На пожары у Шкловском районе загинула пенсионерка. Горел приватный жилый дом. Подчас ликвидации сгорания на подлозе веранды под обломками будовничьих конструкций вартовальники нашли тело господини. Специалисты высветляют причину здарения. Останки 46 червоноармейцев и 12 медальонов. Такий выник пошуковых работ активистов историко-патриотичного клуба «Викру», специализованного батальона Министерства обороны Беларуси в Чаусском районе неподалек от вёски Самулки. По осиплых подликах специалистов, у полях каля вёски Самулки застались каля 1500 червоноармейцев, оборонцев Могилёва, якія загинули у 1941 годе. Усе яны значатся сгинувшими без весток. А тут яны трапили у другое кольцо окружения после отступления с Могилёва. Мясцовые жыхары закапывали их на место гибели. Активисты историко-патриотичного клуба «Викру», специализованный батальон Министерства обороны и российские пошуковики за тыдень раскопок знайшли останки 46 солдат 1941 года и аж 12 медальонов. 10 отправили на экспертизу у Минск. 2 удалось прочитать. Это Иргаш Парпиев из Узбекистана и Павел Иванович Верховод из города Серпухов Московской области. 21 жнюня отбудется перепахование воинов у братскую могилу. Новый этап раскопок распачался теперь уже на территории Славгородского района. Пошуковики працуют каля вёски Александровка, где полегли оборонцы Могилёва при переправе праз СОЖ. Залічэнне ў вышэйшыя навучальныя установы завершана. Максімальная колькасць балаў, якія можна было набраць па выніках цэнтралізаванага тэсціравання, плюс сярэдні бал школьнага атэстата – 400. І, дарэчы, многія набліжаліся да запаветнага выніку. Увогуле, сёлета па вобласці скончылі 11 класаў 6416 чалавек. Республиканский институт контролю ведов подсумовывая выники сёлетнего ЦТ по областях. Але уже видовошно, что проходный бал у ВНУ подрос, что значит и испыты сдали лепш вышей. Сирот тех, кто набрал 100 баллов по одним из тестов у сёлетней уступной кампании, и могилючанин Роман Корнеев. По русской мове максимум. В прошлом году в БГУ на проходной был на факультет программирование 300 баллов плюс, а в этом году 336 плюс. Роман – выпускник областного лицея номер 3 и уже студент Московского авиационного института. Причем, каже, что высшую установу мог выбирать, отзнаки по тестах и уступных испытах это дозволяли. Я как бы всегда в своей жизни ищу трудности, это как бы вызов для тебя. И я считаю, что для меня сложнее будет учиться, допустим, в Москве, чем в Минске. Образование и там хорошее, возможно, даже в Минске и сложнее было бы. Но в плане того, как ты выживешь, как устроишься, сложнее будет в Москве. И для меня это более такая заветная цель. Хлопец упэўнены, што цэнтралізаванае тэсціраванне добра даецца больш мэтанакіраваным і працавітым. У аснове поспеху – карпатлівая праца вучняў, педагогаў і бацькоў і, безумоўна, удача. Довольно много детей с результатом 95 и выше. Вот я считаю, дети, которые написали за 90, они знают материал на отлично. Просто это дело случая. Кому-то повезет, кому-то нет. Подчас основания ЦТ у областным лицея номер 3 было 36 стобальников. Всю летнюю информацию еще не подсумовали. Может, их спис пополнится, говорит директор. И будут еще рекордсмены. Такие, как, например, выпускница областного лицея номер 3 2009 года Катерина Якубенок. Яна двойчы стала стобальницей. Вышейший бал отримала по биологии и белорусской мове. Катерина Городницкая, Миколай Соболев, новины региона. Амаль 100 квитков на верасень продали. У касах Могилёвского областного драматичного театра распачался продаж билетов нового сезона. Ён сёлета юбилейный, 130-й. Официальное открытие запланировали на субботу, 23 вересня. У театры покажут премьеру минулого сезона «Казки Старого Арбата». Что до новой премьерной постановки, яе почнут репетировать с вересня. Это будет спектакль по пьесе Владимира Лицкого «Дурочка и зэк». Мелодрама и комедия, непростая и простая, история про человечие взносины, про веру, надею и кахание. Ставить пьесу белорусский режиссер Андрей Гузей, ведомый могилявчанам своими добрыми и ширыми постановками. Разнастаять новый театральный сезон у вересня гастроли Минского сучасного
Державного мастацкого театра со спектаклями «Дом вергном» и «Бешеные деньги». У Кастрычнику завитая у гостя у Могилёв Державный молодежный драматичный театр Молдовы. По словам организатора, у театры знакомая и любимая могилёвчанами по Мартконтакте. На сайте tvrmogilyov.by так само можно увидеть самые актуальные новины Могилёвщины. А я с вами развитываюсь. Доброго вам настрою и до встречи.